Так, я вот пришла в магазин Ренч. Сейчас уже все, Крисмас готово. Вот такой тут есть Дед Мороз. Где они его нажимали? А, вот здесь вот кнопочка. Сейчас он будет вам петь. Вот, сейчас подсниму в этом магазине разные игрушки. Тут прикольно, кстати. Есть отдел специальный для Крисмас. Сейчас пройдемся, посмотрим с вами. Вот такие есть Деды Морозы. Много. 23 фунта такой Дед Мороз стоит. Гномики вот такие есть. 37. Там всякие игрушки вот идут. Ну, здесь нас встречают елки. Ну и пойдем дальше посмотрим. Специально все для Нового года и Крисмаса. Тут разные такие подсветочки. Можно в гарден поставить. Очень большой выбор здесь. Разных прикольных много есть. Ну, елки на разные вид. И вот это мне нравится, вот этот отдел. Вот здесь есть такие вот, как стенды такие поставить. Они все крутятся, сверкают. Очень классные. Вот такой сейчас по скидосу стоил 130, сейчас 79, 35% скидка. Вот, повыше там 100 фунтов такой стоит. Такое очень классное сделано. Супер просто. Тут 69 такой стоит. Есть даже с музыкой какие-то. Вот за 50 такой. Классненький такой. Под старинку. Вот они в коробочке продаются. Вот этот стенд. Здесь всякие гирлянды. И сейчас, смотрю, появились вот новые такие замки. Прозрачные. С подсветочками. Ну, шары, как обычно, всегда они такие есть. Тоже красивый шар. Такой вот шар. Блин, цену не вижу. Здесь не написано. Такой лебедь. Ну, тут так просто. А сейчас покажу. Там вообще классные штуки есть. Много разных. Так, здесь по скидосу. Сам собираешь. Кстати, это 30. А вот это что, 20 стоит? Много домиков там. 3. Ну, немного, 3 домика отдельных. 20 фунтов. А это такое же самое выглядит. Почему это 30? Не знаю, короче, цену. Такое вот колесо. 70 стоит. Так. Так, здесь опять гирлянды. А где домики? Помню, в том году много домиков было. Ну, сейчас вот тут чуть-чуть есть. С музычкой, с каток такой классный. 40 фунтов стоит вот эта красота. Все так оформлено, прикольно. Реалистичные там фигурки. Так, здесь такие есть, такой вот. Там как будто вода какая-то, Дед Мороз там в этом подарке. И такие машины появились тоже. В том году не было такого. Но было больше этого выбора. Может быть, они где-то в другом месте. Сейчас я посмотрю. Этот не светится, это простой. Здесь такой паровозик. Здесь какой Дед Мороз. Тут, блин, освещение плохое. Не видно, наверное, вам на камеру. Здесь с музычкой такой домик. Машинка это была в том году, я помню. Такая 15 фунтов стоит. Дед Мороз какой. Ослики, зверюшки какие. Вот этих зверюшек не было, не помню. Красивая тоже. Но домики мне, конечно, восхищают. Красивые они, конечно. На ютубе видела прикольные
вариант, как можно сделать из этих домиков красивую елку своими руками. Много надо, конечно, этих штук всяких разных, но очень красиво получается, но и дорого. Думаю, домой такое удовольствие очень дорого поставить. А вот куда-нибудь оформить магазин красиво очень даже можно. Им там выделяют, наверное, побольше денежек. Так, здесь все. Как-то в этом году мало. Может быть, есть в другом месте? Сейчас посмотрю еще. Обалдеть, больше домиков, что ли, нету? Обалдеть, в том году столько домиков много было. Сейчас новые варианты у них появились. Ну, такие себе, домиков мало. Вот такие есть всякие шары. Такие домики простые, деревянные. Такие, кстати, можно самому смастерить, в принципе. Разнообразие елок, смотрю, у них больше стало. Игрушек разных много. Елка такая, например, 160. 150. Короче, разные веточки есть. Вот это, наверное, думала, подешевле будет, но она подороже. Даже 200 стоит. А та с широкими веточками 150. Вот такая вообще 40 стоит. Лайт. Кстати, неплохая елка. Но 40 стоит. По сравнению с этой, это вообще дорогая. 200. Да, в этот раз, в этом году мало таких фигурок, ну, домиков таких классных мне. Они очень в том году понравились. Правда, я не купила ни одного домика, но очень мне нравятся они. Зато в этом году больше выбора всяких елочных игрушек, декора. Такой, например, красивый дома повешать. 5 фунтов стоит. Из дерева вот. Обожженные эти. Вырезанные, получается. Классно. Мне выбора стало больше в плане декора. Но домов уменьшилось. О, какие есть. Обожженные такие длинные. Ну, какие есть. Так, там гирлянды разные. Такие всякие. О, таких не было. Большие довольно-таки. 27 фунтов вот этот ослик получается. Классный, кстати. Прикольный сделанный. И он довольно-таки большой. Вот моя рука. Он большой. Такой снеговичок есть классный тоже. Такой есть, наверное, светится. 17. Это 20. Гномик 26. Этот простой довольно-таки 15. Ну, красиво все равно смотрится. Кстати, шарики довольно-таки дорогие. Один шарик, например, стоит фунт 79. Их разных много, на разный вкус. Вот, красивый тоже. 79, довольно-таки дорогие шарики. Представляете, сколько надо на елку шариков. О, кстати, это как в советское время такой шарик. И он стеклянный. 1,5 фунта стоит. 1,50 фунта. Этот тоже стеклянный. Во, какой домик еще есть. С пластмассой и сделанный гирляндами. 4 фунта всего лишь. А, этот поменьше, а этот 5 фунтов. Этот побольше 5 фунтов. Вот такие штуки есть. Кстати, такие маленькие я покупала на елку, вешала в том году. А тут большой аж такой вообще гномик. А я покупала какие-то тоже игрушки такие, сделаны с гирлянды. Неплохо смотрятся они. А, вот такой был у меня снеговик, только очень маленький. Этот вот, смотрите, он довольно-таки большой. Он как на стол поставить. Очень много гномиков для фанатов гномиков.
Ну, какая елка? 130 такая. Есть и подешевле. Вот 70. Так, куда тут зайти еще? Опс, сори. It's okay. Так, здесь уже готовый декор такой на стол поставить. 20 фунтов. Все за вас уже придумали, красиво сделали. Такой вот, как будто деревянный, но это не дерево, как я понимаю. Или дерево? Да, дерево. Угу, такая интересная штука. Можно вот самим сделать, отдельно все купить. Такие вот веточки есть, по отдельности продаются по фунтику. И самому сформировать что-то. Много венков разных тоже готовых уже. Вот, красивый венок. Я думаю, и стоит тоже красиво много. Так, сколько он стоит, не знаю. Вот этот, например, 15. Он простой, этот покруче. Может, 25, потому что вот этот вот 25. Вот длинные такие есть, тоже красиво. Вот, кстати, вот вообще классная штука. На камин такую фигню повешать. Около камина такую создать. Уют хороший такой. Красиво очень. Так, дальше там пошли игрушки. Все? Так, рождественская закончила, что ли? Ну вот. Так что так. Здесь уже люди уже начинают закупаться потихоньку. Хотя сегодня только 25 ноября. А люди уже вовсю начинают готовиться к Рождеству. К сожалению, этот раз не получилось заснять вот эти красивые домики. В том году их вообще было много. Вот этот весь вот этот ряд, два ряда, это было полностью домов. Сейчас же нет. Ой, столько много. О, какие тут есть. Вот эти штуки появились, смотрю, не было в том году. Может, еще что-то появится, кстати. Они все распаковывают тут, ставят новое что-то. Вот это на улицу ставить, такие светильники. Блин, 130 фунтов стоит, обалдеть. Да. Вот эта штука 109 фунтов стоит. Интересная, пластмассовая такая. Пластмассовая. Такие Деды Морозы красивые, да, появились. И всего лишь 23 фунта. Вот этот розовенький 23 фунта. А этот, наверное, чуть-чуть подороже будет. Классные. Есть такие вот сделанные домики, уже построенные. Не знаю, сколько этот домик стоит. Вот этот интересный такой. Чья-то работа. Цены не написано. Хотел бы сказать вам, но нет тут цены. Это 2 фунта стоит. Вот это недорого, например, такой, 30 фунтов стоит. Я думаю, это где-то делается на подхаусе, не руками. Вот эта звезда стоит 5 фунтов. В принципе, представляете, это не так уж и дорого самому такое сделать. Это ж столько времени занимает. Я думаю, это машины какие-то делают, ну, на каком-нибудь заводе. Вот такое есть, можно детям дать, чтобы они разукрашивали. Вот можно их, такой наборчик. Всякие штучки тут есть. Вот, интересное у них тоже, всякие под дерево кусочки. Вот можно здесь купить, уже готовое, и мастерить. Много всяких разных вещичек тут интересных в ранче. Вот какой наборчик классный, да? Деревянный. О, кстати. Вот это хорошая штука, да? Но тут не очень прикольный жираф. А мы с моим сыном собирали машинку деревянную. Вот она просто с досочка так
там выбираете эти все досочки, соединяете. Потом можно разукрасить, как вам хочется. Очень прикольная для детей игрушка. Ну, как игрушка, такая активити, даже можно сказать. Так что так. Смотрю, больше нету вариантов особо. Да, раньше было вот этих деревянных много разных. Может, раскупили, они их больше не завозят. Вот, например, для детей прикольная штучка для маленькой девочки. Классно, самой можно разукрасить. Такая красивая лошадка там на месяце. Вот такие можно брелочки разукрасить. 1 фунт всего лишь стоит. Но детям, я думаю, понравилось бы. О, какой вообще динозавр вырезанный, классный. Тоже 1 фунт стоит. Его как-то можно там... вот веревочки... Ой, эти как их... Ниточки как-то его сделать. Обалдеть. Такие штуки разные есть для детей. Прикольные. В наше время я такого не помню. Много разнообразия всякого. Заниматься дома, но все равно они предпочитают больше сидеть в интернете. Хотя есть вот такие штуки разные. Но своему ребенку вот такую кружку сама пусть разукрашивает, как ей нравится. Интересная. И, кстати, недорогая она здесь. Все, тут краски есть. Ну, у меня дома-то свои есть, в принципе. Заметила, вот такая есть, как она называется, чтобы моделировать всякие модельки, паста или как она называется. Ну, короче, глина белая, как я понимаю. И она высыхает естественным путем на воздухе. Прикольно. Бы позаниматься такой. 4 фунта вот она стоит. Разноцветная есть. Вот светится в темноте, и надо в духовку, чтобы она высохла. 2 фунта такие стоят. Прикольно полепить какие-то фигурки с ребенком. Написано, что это называется полимер. Вот они бывают такие, такие разноцветные. Тут есть помимо всяких игрушек, здесь есть декор и для дома всякие разные. Вот такие в гарден. Горшочки, слоники, все уже сделано, львы, горшки разные. О, ежик, кстати, прикольненький ежик такой, 13 фунтов стоит. Туда цветок можно посадить. Эти такие искусственные елочки довольно-таки дорогие, 30 фунтов. Это 20. Ну, для ежика 13 фунтов, я считаю, недорого, да, красиво смотрится. Ну, если был бы свой дом, у меня его нету, к сожалению. Так бы можно было украшать. Декор тут в Англии не такой уж и дорогой. Вот такая сова, 15 фунтов, красивая. Заяц какой интересный, 25. Мухоморчики. Ой, всякие всячины тут есть на любой вкус. Так, тут ароматизаторы, тут еще вот такие всякие разные. Так, что тут? Маленькие есть в дом. Красивые жирафики такие красивые. 17 фунтов стоят. Сделанные, выглядит как будто железо, но это не железо. Вот, 10 фунтов всего лишь такой тигр. Кстати, можно его разукрасить самому. Покрасивее даже, чем он вот так разукрашен. О, какая тут... Леопард какой красивый. Не вижу цены, правда. Но много всякой всячины для дома здесь. Прикольный, в принципе, магазин. Такие всякие безделушки для дома продаются. Ну, если у вас, конечно, есть куда это все ставить. Орхидеи какие красивые, искусственные. 25 фунтов вот этот горшочек стоит. Очень красиво смотрится.
Искусственных цветов здесь много всяких. Статуэтки. Бывает, кстати, даже по скидосу можно взять еще дешевле. Всякие вазочки. Такие всякие. 13 фунтов такой. Вот такая красивая. А вот здесь тут тоже есть чуть-чуть Christmas тематики. Вот, искусственные цветы тут уже пошли. Большой выбор довольно-таки. В дом. Вот этот маленький цветочек стоит 1-2 фунта. Вот такой. Но чтобы красиво создать уют, надо их так много. Ну, разные есть цены. Есть букет сразу 5 фунтов. Вот этот 16 белый. Такой, как больше на свадьбу. Для украшения стола какого-нибудь. Мамики. Короче, так, тут много чего. Вот еще есть такие для гардена. Большие, надувные. Прям как в Америке обычно такие украшают свои гардены. Ну, здесь в Англии сильно я часто не встречаю. Но, может, по таким богатым районам надо ходить. Кстати, не так дорого он. Этот Дед Мороз большой, 45 фунтов. Вот этот с этим... Блин, как этот рогатый. 65 фунтов он, Дед Мороз. С оленем рогатым. Нормально так. Ну, так, я думала, подороже будут такие штуки. Ну, конечно же, есть елки уже в горшках, кстати, с корнями. 30 фунтов. 20 поменьше. Потом украсить дома, а потом в гарден посадить. Очень даже хорошо.